Прекрасный уголок Москвы. Московский государственный зоологический парк является одним из самых старейших парков в мире. И сегодня день рождения вашей семьи станет частью его истории. Буквально через несколько минут начнется отчет вашей новой совместной жизни в роли мужа и жены. Создание семьи – это ответственный шаг, шаг в новую жизнь, по которой вы пойдете вместе, преодолевая все препятствия и разделяя все радости на двоих. Но перед государственной регистрацией брака прошу вас ответить, является ли ваше решение стать супругами взаимным, искренним и огромным? Прошу ответить вас, жених. Да. Ваш ответ есть. Да. Ваше взаимное согласие дает мне право в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации зарегистрировать ваш брак. Приглашаю поставить подписи в записи акта о заключении брака. Подарите друг другу обручальные кольца. Москве ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга. Ваш первый семейный документ. Спасибо. Уважаемые супруги, разрешите в эти торжественные минуты поздравить вас и пожелать вам большого супружеского счастья. Берегите друг друга. Спасибо. Все, позвольте.
Максим Олегович, Татьяна Александровна, в этот чудесный день хочу поздравить вас с таким прекрасным днем, что вы решили стать мужем и женой. Это очень серьезный шаг. Семья – это, наверное, ну, в моем понятии, это превыше всего. И я желаю, чтобы у вас была крепкая семья, и чтобы вы всегда любили друг друга так, как вы сейчас любите друг друга. И чтобы вы были счастливы, у вас было много-много детей. Это все, что я вам желаю. За вас. Вообще.